Груминг или просто косметический уход за животным в Украине становится все более популярным. Донецк не исключение. Собакам и кошкам в специализированных салонах делают модные стрижки, чистят зубы, меняют цвет шерсти, подстригают и даже красят ногти. Есть животные, которые, посещая салон, потом приходят домой с обидой на хозяина. Вот, ну, тут уже как бы... Задача мастера – максимально улучшить, скажем так, обслуживание, уделить не только для обслуживания, а просто уделить внимание животному, чтобы ты не стал злым там, человеком, который вот бедную собаку держит на столе там, 2-3 часа, вот, а именно стал другом, и тогда такие ситуации они просто сходят на нет. Растет и количество хозяев, которые хотят видеть свое чадо ухоженным, ярким и даже счастливым. У Ирины йоркширский терьер. Она убеждена, что для животного быть красивым так же естественно, как и для человека. Когда я приехала и увидела, какая она счастливая, самое главное, какая она красивая, и то, что за ней очень хорошо к ней относится, я была очень рада. Они как маленькие детки, им тоже нужно чистить зубки, подстригать ногти, ухаживать за шерсткой, а тем более у собак таких породы это не шерсть, а волосяной покров, поэтому он, как и человек, требует очень сильного ухода. Гламурные опыты над животными не приносят им вред, отмечают ветеринарные врачи. Утверждают, что многие собаки и кошки получают от посещения таких салонов одно удовольствие. Очень хорошо переносят экзотические животные, которые, как говорится, рождены для гламурных стрижек. Тяжело переносят только индивидуумы, которые страдают аллергическими заболеваниями. Хозяева удивляются, как дома такой террорист кусается, кидается. Здесь шелковый. Мастера донецких зоосалонов отмечают, что сегодня работа профессионального крумера очень востребована. И это несмотря на то, что цены кусаются. Ведь стоимость стрижки, маникюра или изменения цвета шерсти питомца приближается к 1000 гривен. Денис Штучный, Екатерина Акимова, Руслан Новиков, Панорама.